Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить домашнюю лапшу. Для этого нам понадобится мука в количестве 250 граммов, 2 яйца, соль, растительное масло. Берем муку 250 граммов, ее просеиваем. Значит, 250 граммов, это где-то 1,5 стакана муки. Значит, сюда разбиваем 2 яйца. Кладем щепоточку соли и 1 чайную ложку кладем растительного масла, чтобы тесто наше не было сухим и было более эластичным. Тесто наше мы будем вымешивать руками, потому что оно более жестким будет и густым. Значит, тесто у нас получилось достаточно плотным. Если вдруг вам не хватит жидкости, что бывает такое, яйца мелкие попадутся, то можно немножко добавить водички. В данном случае мы немножечко добавили капельку водички, где-то ложечки 2-3 столовых. Значит, тесто мы оставляем на 20 минут полежать, чтобы оно выдержалось. Тесто наше мы делим на 3 части. И начинаем его раскатывать в лепешку. Лепешку мы раскатываем очень-очень тоненько, чтобы она прямо даже была прозрачной. Так, лепешечку мы раскатали достаточно тонко. Такая вот она у нас получилась. Теперь мы ее сворачиваем и начинаем нарезать. Нож обязательно должен быть острым. Мы ее немножечко растрясаем, лапшечку нашу. Продолжаем дальше нарезать. Если вы хотите, например, вечером лапшу приготовить, у вас сейчас времени нету, то вы можете ее оставить и дать ей подсохнуть, подсушить ее. Мы будем готовить сейчас. Так, мы эту лапшечку берем в стороночку и продолжаем следующую. Вторую лепешечку мы порезали. Также ее растрясаем.
Убираем стороночку также подсыхать. И продолжаем третью лепешечку последнюю раскатывать. В кипящую воду мы кладем соль. Затем добавляем пол столовой ложки растительного масла, чтобы наша лапша не слиплась. И начинаем ее опускать. Готовится она очень быстро, потому что она не подсушенная. Где-то закипела, и минутки 4. Она сейчас закипела. Мы сейчас ее попробуем на готовность. Лапша готова наша, мы ее сливаем и заправляем. Лапша наша домашняя готова. Мы ее будем подавать с курицей. Значит, также лапша это хороший гарнир для мяса, для птицы. Можно даже рыбу подать с лапшой на любителя. Мы порубили зелень, укроп. Украсим укропчиком. И кусочек сыра положим тоже сюда. Лапша наша готова. Значит, подавать, как говорил, я буду с птицей. Значит, из 2 яиц и 200 грамм муки у нас получилось 5 порций лапши. Значит, здесь у нас 3 порции, и одну порцию мы оставили на супчик с фрикадельками, который будем сегодня готовить вечером. Она у нас подсушится, мы ее помельче измельчили, то есть достаточно мелко. Будем готовить супчик с фрикадельками. Пожалуйста, готовьте по нашему рецепту. Спасибо вам за внимание. Приятного аппетита!